Котенка подобрала соседка и прислала мне. И спрашивает, что с ним делать. Ребята, я не могу помочь животным, подброшенным под забор в городе грязи. Я нахожусь от них на расстоянии 500 километров. Я не знаю, как объяснить людям, что бросать коробки под чужие заборы – это подло. Неужели вы не можете за всю свою жизнь, сколько вы запланировали животное, почему вы не можете его стерилизовать? Когда уже в вас проснется что-то человеческое, и вы хотя бы не будете плодить бездомышей на медленную смерть. Приюты не резиновые. Приют один, а область огромная. Каждая область, в которой есть хоть какой-то приют. И этот приют не в состоянии вместить тот объем, который вы плодите. Что же вы делаете? Почему вы не можете включить просто свои мозги? Почему вы доводите зоозащиту до истерики, от бессилия и отчаяния? Мы не можем спасти весь мир. Мы пытаемся спасти то, что у нас попадается на нашем пути. Но за вами мы убирать не можем. Вы несете ответственность за тех, кого вы наплодили. В погоне за наживой. Просто муси-пуси вам захотелось. А потом вы их вышвыриваете, как ненужные вещи. А они живые. Живые! Когда же до вас это дойдет? Я сегодня очень злая. Я жутко сегодня расстроена. На улице дождь со снегом. Приют переполнен, корма не хватает, сена нет, собаки спят на мокрых, холодных досках. Вы же молчите. Вам главное подкинуть под забор не того же щенка или котенка. И вы заявляете, я не могу, неправда. Может каждый человек в нашей стране перевести хотя бы 10 рублей. Может, просто не хочет. Или ему лень, или ему на это наплевать. Нас 40 тысяч подписчиков. 40 тысяч! И большая половина просто приходит посмотреть. А те, кто рвутся и пишут комментарии и стараются, их так мало. Друзья, я очень вам благодарна за ту помощь, которую вы ведете. За каждый отклик ваш, что вы приходите смотреть каждый ролик. Вы пишете по 10 комментариев. Вы просматриваете эти ролики по нескольку раз, чтобы заработать на приют копейку. Я искренне вам за это благодарна. Почему у одних людей просыпается сознание? Почему у них не меркнет доброта? Почему в душе живет милосердие? Почему же остальные, как болванчики, равнодушные ходят? Что с людьми происходит? Мы же одного вида, одного рода. Мы люди. Почему же мы такие разные? Ведь каждый из вас, из тех, кто прошел сегодня мимо, надеется тоже на добро, что ему кто-то улыбнется, кто-то похлопает по плечу, кто-то просто скажет доброе слово. Они ведь на это надеются. Почему же вы сами не делитесь этим теплом и добротой? Я сегодня очень расстроена, друзья. Просто безумно расстроена. Малыши сыпятся. Корма нет, сена нет, стройматериалов нет. Обращаюсь во все партии, которые сейчас так сильно рвутся в Думу, а мне заявляют, подождите. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать, ребята. Но приют живет сегодня. Сегодня. И есть они хотят сегодня. И укрыться хотя бы от дождя со снегом им надо сегодня. Нельзя откладывать на завтра то, что мы можем сделать сегодня. Надо всего лишь спросить себя, кто ты, человек? И для чего ты живешь? Не могу, ребята, мне очень плохо. Thank you.
человек, как вы все. И у меня бывает так, что перехлёстывают эмоции выше крыши. Так вот, сейчас я возмущена до предела. Для особо тупых дегенератов я хочу повторить. Лохматая душа уехала из Липецкой области. И я вместе с ней из города грязи 3 года назад. Друзья, приют перед вами. Мы уехали с Липецкой области, повторяю, из города грязи. Для тех уродов, кто по ночам опять стали ставить под чужой забор коробки со щенками. Соседи этих щенят отдают службы отлова. Вы приносите их под этот забор на смерть. Повторяю, для особо одаренных идиотов не смейте носить коробки под чужие заборы. Приют в городе грязи больше не существует. Он находится в городе Чехов, Московская область. И я живу тоже в городе Чехов, Московская область. Я, Валентин Васильевич, директор и создатель фонда «Лохматая душа». Спасибо.